Я сейчас спускаюсь в парк, и на камере у меня широкоугольный объектив. Ссылка будет в описании. Это набор из трех. Набор с линз, с которых можно три варианта делать. Широкоугольный объектив, макрообъектив и рыбий глаз. Есть отдельное видео по этому набору линз. На него я тоже ссылку поставлю. Вот сейчас я иду, снимаю перед собой. Такое необычное ощущение. Смотришь не перед собой, а на экран перед собой. Такое ощущение, что ты не на улице, а дома перед телевизором. Ну ладно, я поставлю к уху. По идее, стабилизация должна быть лучше, чем без объектива. Смотрю, объектив не прям так жестко держится. Тут очень сильно, основательно обновили этот кусочек парка. Ну, год назад, может, полгода назад здесь было вообще по-другому. Какой-то кишиневый газ, что ли, поработал. Тут совсем холодно. Я уже замерз, но замерз я от того, что разговариваю. Вот. Мне вообще надо в центр, но у меня время есть еще. И вот я думаю, пойти мне сейчас насквозь, так звучит, пойти насквозь через этот парк и в центр. Или пойти, ну, я уже замерз, но по дороге я согреюсь, пешком ходить буду. Вот, или пойти мне вокруг, туда, откуда пришел, сесть на троллейбус, как обычно. Мне первый вариант больше нравится, только чтобы не замерзнуть. И сколько там хватит места у меня памяти для видео, не знаю. Ладно, я пойду насквозь. Пойду ва-банк. Пойду по городу и снимать буду. Дойду я вообще или не дойду? У нас же в СНГ камер боятся, как пистолетов, блин. Шо блогер, шо шпион, блядь, одно и то же. По снегу люблю ходить. Это не то же самое, что по песку. Он такой хрустящий снег. Ну, даже если он рыхлый, если тонкий слой, его он приятно под ногами-то похрустывает. Я когда разговариваю, почему-то...